Для улучшения оказания медпомощи дальнейшее участие Вилючинской городской больницы в программе модернизации первичного звена здравоохранения обсудили на выездном совещании. В нем приняли участие заместитель председателя правительства края Виктория Сивак и глава Вилючинского городского округа Сергей Потапов. Сегодня я посетила Вилючинскую больницу, учреждение, которое... от работы которого зависит, конечно, благополучие населения и вообще роль учреждений здравоохранения в любом населенном пункте, конечно, очень-очень высока. Вместе с главой города, вместе с главным врачом больницы мы посетили и поликлинику, и стационарное отделение, посмотрели работу станции скорой помощи. Один из важных вопросов – это готовность учреждения здравоохранения к возможному увеличению, к возможному росту заболевания в связи с тем, что сегодня идет такое массивное распространение вируса омикрон. Следующий очень важный вопрос – это вопрос участия Вилючинской больницы в программе модернизации. По словам Виктории Сивак, участие в программе совершенствует условия оказания медпомощи, но больница может стать еще лучше. Мы видим, что в рамках программы модернизации уже меняется оборудование, и ожидаем, что будущее участие в программе именно в плане капитального ремонта позволит изменить и облик больницы. Поэтому, конечно, сегодня это очень важные темы в целом, которые затрагивают жизнь людей, затрагивают, в общем-то, интересы каждого жителя города Вилючинска. Напомним, в прошлом году по поручению губернатора Владимира Солодова в Вилючинскую городскую больницу были привлечены 10 врачей, 5 узких специалистов и 5 врачей общего профиля, из которых 3 терапевта и 2 педиатра. Кроме того, провели ремонт в стационаре. На 2023 год запланировано выделение почти 100 миллионов рублей, которые позволят провести капитальный ремонт.